освоились, а потом пошли к власти, а куда нести детей, какой детский дом тоже нормально проходит. Сегодня мы тоже готовы идти в пути того, чтобы наши производители стройматериалов имели приоритет на нашем внутреннем рынке. Совмещающие материалы, очень интересные мысли наших кубанских архитекторов. А мы имеем, вы знаете, места, где просто поднимаются эти коробки из желтого, красного кирпича, где надо просто давно уже забыть про это все. Мы создали перечень, реестр наших строительных материалов, которые в крае производятся. И здесь тоже мы должны все обсудить, каким образом делать так, чтобы они все-таки первыми применялись при строительстве наших домов. Они должны быть и дешевле, и они высокого качества. Все вместе, и в том числе строительный бизнес, может делать экономику еще сильнее края. Путем именно приобретения и строительства из материалов, которые производятся, строительных материалов в нашем крае.